Привет, мои дорогие друзья, на канале Рецепты в гостях у Вани. Рад, что вы сегодня у меня в гостях. А я для вас хочу приготовить потрясающий, вкусный, сочный салат с крабовыми палочками. Мой самый любимый рецепт. Из-за его простоты и классного сочетания продуктов. Крабовые палочки нарезают тонкими полосками. Грамм 200 крабовых палочек будет вполне достаточно для этого вкусного и простого салата. К морепродуктам всегда хорошо подойдет немного лимонного сока. И свежемолотого черного перца. Приготовление салата началось с нарезки крабовых палочек, для того, чтобы они немного сейчас промариновались. Для пикантности добавлю немного свежего зеленого лука. Достаточно добавить только зеленую часть. Ножом работаю вверх-вниз, для того, чтобы не порезаться, и чтобы лук получился красивый. По желанию можно нарезать обычного лука и отправить его немного в воду, для того, чтобы не был он таким крепким. Нарезанный лук сразу можно отправить к крабовым палочкам. Пускай набирается вкуса. В этом простом салате из крабовых палочек, помимо продуктов, основная изюминка – это все же нарезка. Красивая нарезка придаст нарядность и праздничность салату. Свежая морковь помимо вкуса даст красивый цвет. Конечно, можно нарезать с помощью ножа, но все же втеркой намного удобнее и быстрее. И такая же нарезка для зеленого огурца. Посмотрите, какой же красиво, аппетитно и сочно получается. Этот потрясающий вкусный салат из крабовых палочек без риса, без яиц, ничего варить не нужно, быстро, просто и невероятно вкусно. Когда я готовлю этот вкусный салат, я делаю в этой последовательности, так получается еще вкуснее. Сейчас нужно добавить ароматные крабовые палочки. Поверьте, зеленый лук, лимонный сок и перец изменил весь вкус. Вкусный салат уже практически готов. Перед самой подачей на стол добавляю 1/2 столовой ложки соевого соуса, не соленого. Немного душистого масла, как никогда хорошо сюда подойдет кунжутное по вкусу. Аккуратно перемешиваю салат снизу кверху, для того, чтобы не нарушить текстуру. Посмотрите, какая красота, а вкуснота, друзья! Рекомендую, достаньте несколько штук моркови, проверьте на вкус. Если нужно, еще подсолите. Я для рецепта всегда использую крупную соль. Дорогие мои друзья, приготовьте салат, и вы удивитесь этому прекрасному вкусу. Сейчас будем дегустировать, покажу, какой салат получился. Потрясающий, вкусный, быстрый салат из крабовых палочек готов. Какой он красивый и вкусный получается. Дорогие мои друзья, невероятный вкус. Каждый раз, когда готовлю, удивляюсь, какие простые продукты и какой же вкусный салат получается. Подпишитесь на канал Рецепты в гостях у Вани. Напишите мне в комментарии, когда приготовите салат. Мне будет интересно услышать ваше мнение. Оставайтесь со мной. До скорых встреч. Пока.